Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o Roa 1 e hoje estamos aqui a comemorar o meu... Recebi o passaporte russo, por isso eu quero compartilhar com vocês esse dia. E também vou apresentar a minha família, que estamos aqui todos reunidos. E vamos já encostar. Este aqui é o Misha, é o meu concunhado, está aqui. Essa é a Kátia, é a irmã da Cristina, vocês já conhecem a Cristina, né? E essa é a minha querida mãe. A minha querida mãe, que eu amo muito. E aqui é o esposo da minha mãe. Daqui, a minha mãe russa. E aqui é o meu pai, o Vova. E você já conhece aqui a minha querida mulher Cristina. Está aqui. Manda aí um cumprimento. Olá. Bom dia para todos. Bom dia. Привет, передам. Там мои подписчики. Привет всем. Привет, ребята. Спасибо. Вот, все. Não, vou. E esta é Gabriel. É Gabriel. Esta é Gabriel. Esse é o Gabriel. Esta mãe mal inquietude aqui. O meu pequeno maravilhoso. Привет, там передай. Sim. Вот, Cristiano, иди сюда. Aí está muito большой мальчик. Esse é o meu grande, o meu primogênito. Cristiano. Manda aí um cumprimento. Fala. Alô, fala um. Alô. Olá, pessoal. Fala, alô, pessoal. Sempre. Sempre. Пока вы не идите сюда, там. Идите сюда.
как ты там пишешь, свобода, да, вот? Движение и так далее, да? Ну что ж, Родригес, рад поздравить в этот знаменательный день для тебя, для твоей семьи с получением российского паспорта. Теперь ты настоящий черный русский. Давай, за это. Вау! Ура! Ура! Да. Будешь смотреть мою истину, сколько у меня возраст. Похож. Похож. Это он. Да, это я. Черный русский, yes. Так, Родригес, родной, мы тебя поздравляем от всей души. Спасибо. Желаем тебе здоровья, счастья, благополучия и удачи, и успеха. И вот в знак этого дарим тебе вот такой набор. Известного психолога Марина Мелия. Да. Вот она коуч-консультант первым лицам российского бизнеса. Очень здорово. Поэтому хочу. Вот... Ее клиент Forbes. Хочу, могу, надо. Вот чтобы вот эти слова были ключами, одними из слов-ключей, которые были для тебя мотиватором. Спасибо. Помогли тебе подняться высот, спасибо, целей, поставленных целей, ну, не только твоих, но и ваших семейных. Спасибо. И, в общем, чтобы во всем тебе удача и успех сопутствовали. Спасибо, мама, очень приятно. Очень давай приятно. Поцелуйте. Ой. Очень ну, приятно, хорошо. Спасибо. Спасибо. Давай. И спасибо за то. Спасибо. Давай. Давай. Спасибо. Давайте, за вас. За тебя и за вас. Это ваши вместе достижения, поэтому мы радуемся, присоединяемся. Но не без тебя, тоже кто-то нам конечно помогало и морально. Ну ладно, спасибо, и за меня вспомнили. Всячески по-другому. Спасибо. И я хотел сказать, что это паспорт, это не только мой паспорт, на самом деле, вы знаете, это путь, который мы прошли все вместе. Мама, да. Сколько раз регистрация? Мы тащили, давай на регистрирую Родригес. Да, поэтому всем спасибо, что были вместе. Что мы вместе. А кстати, вместе это, кстати, слова пароли. Вместе, да, вместе это первое слово пароль, которое должно быть вот. Для нас это точно пароль. Да. Это только начал. Поэтому. Это только начало. Спасибо. Родригес, я тебя поздравляю с получением паспорта. Пусть этот важный документ откроет для тебя новые пути к мечтам, успехам, победам. Пусть в паспорте будут только достойные отметки и штампы. Спасибо. И пусть каждый день приносит тебе массу возможностей и перспектив для самореализации. Спасибо. Ты его заслужил. Этот спасибо. Вот это правильно вообще слова. Заслужил. Да, спасибо большое. Давай присоединяемся к сказанному. Я не готовилась к этому тосту. Но я скажу, конечно, я тебя очень сильно люблю. Это очень большой путь для нас. Мы прошли его вместе. Конечно. Поддерживая друг друга. Было очень много трудностей. Да. Но впереди все только самое лучшее. Конечно. Очень люблю. Все хорошо. И выпивать, христианчик, как сказал. Конечно, этот путь нелегко. Не я хочу сделать этот бренд. Я хочу поднять тост для всех людей из России. Потому что Россия – это народ хороший, это народ
на все российские люди, которые, потому что они очень гостоприимливы и меня хорошо принимал. В том числе вот люди, которые мама, Кристина, вот все, кто меня принимал в этом стране. Этот камень, про нас conseguimos o passaporte, não foi fácil, é muito difícil. Mas valeu a pena e está sendo uma experiência muito boa. E eu espero que vou trazer muita coisa boa para ajudar não só o povo angolano, mas também como o povo russo. Por isso, eu aguardo muita coisa com esse passaporte que vai me ajudar. Porque há muita coisa que já passamos por muitas barreiras que não conseguia, porque aqui na Rússia, se você não tem um passaporte, é muito difícil para um estrangeiro atravessar barreiras, para ir mais além. Porque até qualquer trabalho que você precisa, precisa sempre do passaporte. E com isso, para mim, é uma grande vitória. Essa vitória não é só minha, mas é também para toda a minha família russa que está aqui. Por isso, muito obrigado e vocês, meus inscritos, ainda vão ver a nossa vitória. Ura, победа! Victoria! Ura! Спасибо, ребята, что вы пришли. Спасибо, это победа для нас всех. Спасибо, спасибо.
Então, pessoal, vocês gostaram de assistir esse vídeo? Esse vlog foi feito para apresentar a minha família e como recebi o passaporte aqui na Rússia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu like, se inscreva no nosso canal e é tudo. Billionaire Beat, eu sou Roa 1. Você pode também vir aqui na Rússia e conhecer o povo russo. É um povo maravilhoso. E hoje eu estou aqui e agradeço um dia também. Espero que você venha aqui na Rússia. Yeah! Roa 1, yeah!